Привет! Меня зовут Анастасия. Мы с вами будем путешествовать везде. Буду рассказывать про Францию. Сейчас я в Гренобле. Сейчас собираюсь подняться на фуникулёре наверх. Оставайтесь, посмотрим. На мосту. Девушка на мосту в красном платьице. А, сейчас вот эти вот фуникулёрчики. Поехали. 5 кабинок. Ну что, страшно будет нам или нет? Посмотрим. Ой, небольшой городок, да. А, нет, сделаю сейчас панораму на этом мосту. Панорама на мосту. Везде горы. Вот. Прикольно. Так что сейчас туда поднимемся. И там музей, по-моему, исторический. Сейчас посмотрим. Да, горизонтально круто. Короче, вид. Но это у меня камера сюда, а надо, по идее, другой камерой снимать. Лучше качество будет, да? Ну, вот так. Вот ради этой площадки видовой, смотровой, стоило сюда приехать. Подняться на фуникулёре. Вон сейчас там. Вон фуникулёрчик, видите? Подъехали кабинки. Стоило подняться. Стоило сюда приехать. Стоило арендовать отель за 40 евро ночь. Ну не отель, а апарт. Микро-апарт. Я думаю, что да, здесь в основном как бы туристическое такое. Не могу насладиться до конца. Сейчас фото еще сделаю. Вот такая красивейшая долина, окруженная горами. Внизу мы видим Гренобль. Там заснеженная вершина. Круто, круть, это просто круть. Очень страшно, конечно, мне тут находиться. Это я. Да, освещение классное. Ну, такое и облачка, и солнышко. Просто потрясающе. Это страшно, конечно. Вот так вот. Это я в горах. Да, красота какая. Туда долина вдаль уходит. Сейчас я чуть приближу. Красивые облака такие, конечно. Очень красиво. Вот так вот. Супер. Но вот это вот с другой стороны, другая видовая площадка.
То есть вот тут вот еще дальше есть еще выше горы. Все холодные, Рона-Альпа, это в снегу. И вот там вот. Оказывается, нет, Гренобль все-таки не маленький город, это большой город в этой долине. Вот. Большой город, красиво. А я-то думала, что я там в нем пешком и всего его прохожу за 20 минут. С одной стороны на другую. Оказывается, большой город, да. Он кругом окружен вот горами. Ну, там вот на площадке было написано, сколько чего там, 125 миллионов лет назад образовалась такая долина. Ну, здорово, красиво, конечно. Тут, в общем, еще наверх поднялась по такой винтовой лестнице железненькой. Тут еще выше немножко. И вот, ну это полностью вот горами окружен город большими. Долина в горах. Вот такая площадка сейчас. Высоко так. Да, здорово. Флаг Франции. Это вот. Хотя там он наверху есть еще. Выше немножко. Там еще гора. Еще горы. Тут, короче, нужно приходить. Ну, тут можно и подняться, и пешком. Дорога есть. Вот, можно заехать на машине сюда. Но на фуникулёре, конечно, 10 евро. И это, ну, нормально. Вот фуникулерчик там внизу. Фуникулерчик. О, красота такая вообще. В общем, сюда приезжайте. Ну, тут ресторан есть, я даже в него заходить не буду. Мне неинтересно там в ресторане в этом сидеть за тонированными стеклами темными. Здесь надо с едой. Тут в основном все еду с собой берут, сидят, пикничок делают, отдыхают, дальше гуляют. Так, я хочу себе, наверное. В общем, понятно, что с собой еду и провести здесь какое-то время. То есть вот этот билетик 10 евро, поднимаешься, гуляешь сколько хочешь и потом обратно. Как красиво. Как красиво, как красиво. Солнце. Да, здорово. А, ой, какой-то мне мушон. На меня это. Так, где мои? А, вон они уехали вниз. Угу, здорово. Так, ну и тут как бы вот всякие стенды с примерами камней. Что-то там 100 тысяч лет назад, 10 тысяч лет назад, 500. Миллион. Двести и 65 миллионов лет назад. Ну, в общем, вот как-то так. Информацион. Так, меня никто там не кусает сзади. Да, здорово. Все, не могу насладиться этим видом.